challenge time. И снова всем привет, и мы продолжаем Subterrain. Сейчас я скажу фразу, и на удивление, хоть это будет и соединены, там я присутствую два слова, которые, возможно, все уже ненавидят, потому что слишком часто используют. Но главная сегодня задача — это либо нам сходить на майнинг, либо на ферму. Классно, да? Я сказал эту фразу, и притом это не относится к тому, что вы подумали. Так, радиатор Frost. Мы его сделали, да? А как мне, кстати говоря, охлаждение? А вот, да? Предел перегрева 60, 50. Да. Давайте попробуем. Так, или я для чего его сделал? Нет, я его сделал, чтобы, по-моему, разобрать как раз хреновину. Так, но он не заменился таким образом же, правильно? Да, вот радиатор Frost. Совместимость 100%, охлаждение. Ну, у него получше вроде как, да? Вот как, соединил, получил автомат. Ну не прелесть ли? Так, гаечный ключ, вот все думаю, стоит ли мне вообще таскать его. Наверное, все-таки еще оставлю на всякий случай. Так, титаниум. Так вот, на майнинговую мы пойдем или все-таки на ферму? Я вот честно даже не представляю, куда лучше сунуться. Мне кажется, и там не будет нужных нам вещей. А в данном случае улучшение исследований. Так, давайте здесь подождем. Ствол. Вот давайте пока ствол вытащим. Еще мы хотели почитать. Так, ствол. Сорок два, 50. Установить. Класс. Так, а это все остальное мы разберем. Ничего нельзя. Нельзя. Чинить вроде ничего пока не надо. Давай никель. Разберем. Нет, терморегулятор мы разбирать не будем. Так, тых-тых. Вот это сюда. Все? Все. Пойду-ка я батарейку чуть-чуть еще заряжу. Так, это тоже полная, да? Это у нас на майнинговую, да? Так, сейчас, что по идее у нас? Немножко еды есть, и давайте прочтем тогда все-таки, что там у нас. Передача записана. Телефонный разговор Бакстер. Не, Бакстера. Мне нужен научный чип данных обратно. Я знаю, что ты компетентный научный сотрудник, никто не скажет иначе. Но некоторые из твоих необычных методов рано или поздно выльются в свет. Верни чип. Больше я повторять не буду. Последнее предупреждение. Бакстер, нет. Я и мои методы тебя не касаются. Боюсь, что касается. Именно так работают отношения босс-подчиненный. Это твоя ответственность, Агата. Печально, потому что его у меня больше нет. Чип находится в моей крохой Миттенс. Я оставил его с малюткой Миттенс, потому что она никогда никому не доверяла. Она всегда была умной кошечкой. Она была милашка. Знаете, как перемещаться по вентиляции прямо как маленький сурикат? Моя маленькая кисонька сурикат. Я сказал Миттенс, чтобы она никогда его не теряла, я знаю, что она выполнит мою просьбу. Она его спрячет далеко от твоей гнусной рожи. Ты никогда ее не найдешь. Предлагаю, что для вас-то будет достаточно тревожной новости, но я уже знаю, что она находится где-то в Викинг Сквер. Так что теперь у меня есть новая скрипка, которую нужно настроить. Ты не посмеешь. Ага, вот где.
Викинг Сквер. Ну, я так и понял, что вряд ли она будет вот в одном из этих четырех, что придется в какие-то сторонние штуки бегать. Чертеж прототипа в безопасности. Ну да, я за ним присматриваю. Он будет храниться под замком в моей лаборатории, находящейся в отеле Карсон. Только ты и я имеем ключ-карту доступа, так что хакнутые ключ-карты не пройдут проверку безопасности. Я тебе это гарантирую. Понял. Хорошо, мы не можем допустить, чтобы все полетело к чертям. Я хочу быть полностью уверен в том, что он не попадет в чужие руки. Шеридан намерен надерет наши задницы, если хоть кто-то узнает о разработке. Нельзя допустить, чтобы кто-то узнал о ней, иначе он отправит нас подышать воздухом в космос. Ну, как я и говорил, как легко на Марсе избавляться от неприятелей. Просто говоришь, не пойдем, поговорим, есть, короче, терка. Вот. Доходишь до шлюза и выкидываешь его из шлюза. Все. Классно же. Нужно уходить как можно скорее. Была объявлена экстренная эвакуация по всей колонии. Какая-то инфекция или другое дерьмо. Но и не отвлекайся по этому поводу. У нас нет другой копии чертежа. Еще нам нужно не забыть почистить базу данных перед уходом. Они хотят, чтобы о разработке ничего не было известно. Если Земля вмешается в текущую ситуацию на Марсе. А если Земля вмешается в текущую... Чистим базу данных, забираем посылку и эвакуируем. Хорошо принято. Я выдвигаюсь за чертежом. И помни, Джонатан, если... Ты приходишь к шаттлу с ним, вот этот переходы зачем-то, то, что надо делать, или можешь забыть об эвакуации, без него мы никуда не полетим, и почисти свой журнал сообщений, хотя бы в этот раз, черт побери, не сделал. Так, значит, в сквере и в отеле, да, ключ-карта, возможно, у меня даже уже есть. Сквер. И отель какой-то. Карсон отель? Или где? Карсон отель, да. Ну, после прохождения вот этих четырех основных комнат, так сказать, регионов, я уже и пойду туда. Кстати говоря, смотрите, а ствол-то уже почти сломался. Вот его надо было бы починить как раз. И тут, кстати, очень холодно. Так, пистолет сделался, его можно будет на изучение поставить. Козлина все-таки умудрился ударить. Собака заразил. Ну ладно, значит, можно будет сожрать плохую пищу. Он неудачно так промахнулся с дробовика. Прям вообще неприятно. Торговый автомат уже кто-то пустошил. Миневром. Тушенка. Фасольного типа. Вижу, кто-то ходит. Так. Измельчитель мусора. Нет, пока не надо. Мусорный бак. Торговый автомат, энергетик. Класс. Так, вот мы и замкнули хреновину. Тут тоже какой-то мусор, похоже. Руда. Ничего себе. Хотя да, это же этот самый рудник. Так, спальня. Макарошки.
сожалению, даже без котлетки. Оу! И вот это его расколбасило. Коробка. Тут туалет, наверное, какой-нибудь. Козлин, они прям встали в этот уже, теперь стоят. Еда. Коробка. Коробка. Коробка, а в ней пусто. Так. Тут вроде все. Возвращаться теперь вот так. И надо все-таки смотреть по сторонам. В первую очередь надо бы найти и запитать кислород. Зубы. Оу, тихо. Пока я тут смотрел, выбрано ли нужное оружие, он меня пнул. Ну, дополнительно не заразил, во всяком случае. Фиговина, ты мне еще ни разу не подошла, не ударила. Я даже не знаю, как ты это делаешь. С этой штукой взаимодействовать нельзя, да? Воу. Так, кто еще хочет? О, что-то нашел. Воу, воу, тихо, тихо. Случилось необычно, у меня кончилась одна батарея. Ну что ж, бывает. Может быть, еще найдем где-нибудь здесь. Терморегулятор, да? Хотя лучше кислород. Он, по-моему, быстрее кончается. Может быть, с другой стороны то же самое будет? Или вот даже тут все будет? Что это вообще? Тихо! Ты как вообще сзади подкрался? Что-то я как-то неаккуратен. А, вот, кислородный фильтр, отлично. Все, можем не бояться, что мы здесь помрем от этого. Теперь просто можно все исследовать без, спокойно, без... Тихо. А может быть и неспокойно. Врагов что-то стало прям уйма. Сильнее и сильнее меня бьют. Прям нехорошо. Секретный ящик какой-то незаметненький. Ой, сколько тут руды. А палладиум, по-моему, мы еще не находили. Никеливаем. Зараженная косточка.
Чего-то только нету. Руда. Руда, руда. Классно, конечно. Еще руда. Так, вот мы соединились с вот этой штукой, да? Угу. Откуда, мать вашу, беретесь только? Вроде всех уже обстрелял. Надеюсь, ты своих тоже убиваешь таким образом. Тут ничего нету. Кстати, хоть свет включить. Не особо много от него еще толку. Конечно, тут довольно светло. Даже одну руду. Хорошо иметь. Показал, что что-то есть. Так, экскаватор шахты. Я нашел шахтерский экскаватор, отсек для программного обеспечения. Странно, что тут установлено лишь базовое программное обеспечение. Что же тогда, мне придется заменить его на более обновленную версию, иначе я не смогу добыть более ценную руду. Это место работы под управлением шахтерской компании Bigelow. Эта же компания приобрела казино Solar. Стоит поискать какие-либо зацепки об обновлении программного обеспечения. Ясно. Казино. Она как называется? Она так и называется. Понял. Возьмем, может, экзотическую руду Марс использовать. Ясно. Все то же самое. Никелевая руда. Чтобы хотя бы руда добывалась. Надо было мне перед уходом поставить на 3D печать еще эти, на, ну, эти регуляторы кислорода и, ну, может, и будешь ведь попадать на в него уже. Пипец просто. Оу, сколько тут всего. Точнее, ни хрена здесь нету. Еще один маяк, копян. Вентиль. Руда, руда. Все вроде бы. Так, вот тут еще одно помещение. И вроде мы закончили. Ну, думаю, одно будет, либо два. Сложно сказать. Возможно, одно с двумя дверьми. Да. Чё, все? Я больше не могу нести. Прикольно. Ну, значит, надо возвращаться и выкидывать все опять. Вот, вот здесь. Так.
Это мы освободим от большого числа вещей. Это мы просто освободим. А то тяжеленько. Так, герой очень хочет баньки. Заражение, кстати, до сих пор не пошло. Насадка. Еще руда. Кто, интересно, вообще сломать догадался это все? Это Мартин, братан. Никель. Катушка. Вроде все. Как бы еще раз не пришлось, да, бежать. Потом и перегруз, и перевес. Сейчас я все сюда сгружу, чтобы проще было все из одного контейнера брать. А то потом опять вспоминать, где я был, где я не был, так сказать. Это будет потеря времени. Все, забрали. Забрали все, что смогли дальше. Мужик, хреново тебе, прям очень хочешь спать. Ну уж потерпи. Так, тяжелую руду. И все остальное. Понастроили, блин, что по прямой не пройдешь. Так, в нижний, да? Все, класс. Все, да, уже и по весу перебор. Заполняем все наши вещи. Класс. Снова. Теперь выгружаем весь мусор, который у нас скопился. Мышемакс мне тоже не сильно нужен на самом деле пока что. У меня там есть небольшой его запас. Костюм колониста 3, кстати говоря. По-моему, чуть-чуть лучше моего. Нет, я не то хотел сделать. Так. Подожди, не то. Не так это.
Пусть пока он чинится. Так, мы сходим. Получим все, что есть, и закинем это на исследование. А, что я не могу? Ресивер у меня, да? Не понял. Давай наоборот. Это изучаемый. А что ты мне тогда не предлагаешь его изучить? А, у меня есть такая. Понял, понял. Ствол и радиатор. Все. Другой, значит, можно было и разобрать. Эй, стоп. Сейчас я не то вообще, по-моему, и сделаю. Так, нам теперь надо всякие помидоры вырастить. Угу. И было, надо было еще на печать же поставить. Так, комплекс, кислородный фильтр и терморегулятор. И заранее еще один фильтр и еще один регулятор. Вот так вот. Теперь тогда 3D принтинг мне пока не нужен. Переработку руды. Надо скинуть, кстати говоря, руду. Не особо ее много. Это Мартин, братан. Если найдете эту запись, возвращайтесь к шаттлу. Мой телефон сломался, когда я швырнул его в голову одному из уродцев. Если я только бы мог позвонить вам. Нахрен ты им кинул? Че, ты помог? Ты убил таким способом? Их здесь слишком много. Я через них через них приходится прорываться. Братиш, они очень злые. Тут нечего брать, кроме кучи дурацких камней. Я знаю, ты говорил мне, чтобы я этого не делал, но я отправляюсь в плаза, чтобы прихватить немного упаковок с закуской. Я думаю, они нам понадобятся, братиш. Ты поймешь, о чем я говорю, когда я принесу тебе шоколадные пироги. Я обещаю, что встречусь с тобой у шаттла, но только после того, как я загружусь жвачкой. И не переживай, ключ-карта у меня с собой, братиш. И помни, что ты говорил. Я помню, что ты говорил, что она у нас одна. Твой товарищ Мартин. Покажи этим уродцам, кто здесь главный. Ради меня, братан. Охрененно, чувак. Зачем ты такому идиоту отдал ключ? Теперь это... Из этого, я думаю, ты тоже издох. Так, чё у меня? Двоечка. По весу. Не надо тут никаких... Какой настройки врагов? Нету никаких врагов, все. 24 руды. Так, я здесь, может быть, скину эту руду. И заберу эту сразу. Она, конечно, мне вроде бы не слишком сейчас нужна. Черт его знает, забуду ж потом. Но тут хотя бы и мимо буду пробегать, увижу, вспомню. Кислородный фильтр, шикарно. Так, никелевая руда. И еще у меня была гнилая, да? Так, это есть, то есть. Давайте. А, надо было мусор.
не представляю, как изначальная версия, что говорили, что приходилось между этими центрами бегать, это ж пипец просто лютый. Не-не-не, вот сюда. Так. Переработка, переработка. А что, это не перерабатывается, что ли? Что-то там, какая-то другая руда. Вот этот палладиум. А, он уже добытый. Понял, понял. Место еще дохренищем. Так, берем наши регуляторы и идем баньки. Че, раздражение пока буду, пока стараться все-таки не делать, да. Так, 50 голода у нас, 25. А, жажда 50. Не то я хотел выпить. Тушенка 40. Двадцать пять. Баю-баю-баю-бай. Одной жизни. А, у нас, кстати, этот максимум пропал, видите? Да, чувак, я тоже терплю до последнего. 5 минуток полежать, но это самое, в туалет не ходить, терпеть, пока уже не надо будет вставать прям. Так, 26, заражение 0,3. А, ну и там, кстати, да, с двух сторон. Где-то у нас была еда. Хочу все выгрузить ненужное. Нет. Вот здесь еда у нас нет. Тут дробовик. Вот. Кстати, гнилую еду заберем. Макарошки, энергетик, жажда, жажда, голод. Вот так вот. Кислородный баллон у меня, кстати, же был еще один, да? И это вроде все целое. Так, 15 слотов. А чем у нас еще занято? Ключ-картами всякими. Все. Я воду, наверное, тоже выгружу, знаете. Теперь идем, значит, в кушанье, получается, да? Или, наверное, на этом серию закончу, чтобы она не была тоже слишком длинной. Кстати, я там не все обыскал. Давайте быстро пойдем посмотрим, что я не обыскал. Может быть, у меня для этого есть уже нужная ключ-карта. О. Ага. Тут кислородные те самые. Да и кислородный баллон тоже. Так. Сразу надо руду сделать, всякую еду, всякие томаты, тут неплохо исследуется. Если бы я еще запоминал эти названия, вот это К уже есть, а вот тут же также можно посмотреть, технически изучаемый. Ты сейчас что делаешь? Вот эту штуку, да?
Пистолет-пулемет. Так. Что-нибудь еще можешь предложить? Изучаемый. На Фрост. Тоже изучаемый. Тяжелая дубинка, это тоже, но пока мы их не можем создать. Маяк. Маяк, по-моему, тоже уже разобрал, да? Электрогранаты. Ну и вот эти все штуки мы пока тоже не можем изучать. Нужда в еде. У нас там томаты есть, я бы рискнул на самом деле, съел бы сейчас. Ну или вот виноград, он что дает? 5 голода? Что-то как-то мало. Так, вот здесь у меня еда. Закуски, вот, 30. И даже не заразился, класс. Ладно, тогда мы на этом закончим. 36 минут, думаю, нормально будет. Единственное, за дробовиком надо сходить. А пока лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага, всем пока.